Несмотря на сложную геополитическую обстановку, постковид и санкции, экономика Алтайского края не пошатнулась, подчеркнули эксперты. Так, за 2022 год доходы краевой казны выросли на 6% и составили 160 миллиардов рублей. Не менее важно, что половина этих средств – собственные доходы края. Это 80 миллиардов рублей от налоговых и неналоговых поступлений. Они в прошлом году тоже подросли на 9%. Экономика, она работает, да, создаются новые производства, есть рабочие места, плачется заработная плата. То есть даже если сравнивать с другими регионами, есть целая группа регионов, где по собственным доходам вообще в минус даже ушли, ну потому что вот сама обстановка, сами понимаете. Прирост дали налоги на доходы физлиц, на совокупный доход и акцизы. А вот сумма с налога на прибыль организации оказалась чуть ниже уровня 2021 года. Все же сказалось санкционное давление. А общая сумма расходов составила более 171 миллиарда рублей. И по традиции основные статьи расходов – заработная плата и социальная сфера. На них было выделено 67% от общих трат. Объем расходов краевого бюджета на осуществление социальных выплат составил 35,5 миллиардов рублей с темпом роста 9%, в том числе на социальную поддержку отдельных категорий граждан 6,9 миллиардов рублей, увеличение 20%, компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг 4 миллиарда рублей, 11% рост, поддержка материнства и детства 15,8 миллиардов рублей. На программу обязательного медстрахования израсходовали больше 39 миллиардов. Она гарантирует оказание бесплатной медпомощи жителям края. Часть средств также направили на выплаты медработникам и реабилитацию пациентов после ковида. Увеличилось существенно финансирование профмероприятий. Это профилактические осмотры, диспансеризации, углубленная диспансеризация пациентов, перенесших COVID-19. Беспрецедентные средства – 3 миллиарда рублей направлены, и это позволило обеспечить помощью более 900 тысяч пациентов. Кроме того, в 2022 году регион начал реализацию проекта в сфере промышленности, сельского хозяйства, туризма и жилищного строительства. Продолжается работа по индивидуальной программе социально-экономического развития края. Участники публичных слушаний одобрили отчет об исполнении краевого бюджета. Теперь депутаты должны будут рассмотреть законопроект об его исполнении на сессии АКЗС 6 июня. Мария Мацавян, Андрей Печоркин. День с толком.